К другим новостям. Ежегодно в Карагандинской области рождаются около 250 детей с различными видами пороков сердца. В год проводится 120 операций, из них экстренные составляют 20%. Самая ответственная и сложная профессия – спасать жизни. Данияр Абдрахманов с 2002 года работает детским кардиохирургом. Данияр Абдрахманов дарит детям вторую жизнь. В Карагандинском центре кардиохирургии доктор работает 15 лет. На решение стать врачом повлиял старший брат, ныне кандидат медицинских наук. Детский кардиохирург до сих пор помнит свою первую операцию. Первая операция это была на выезде. Это город Шахтинск. Молодой парень. У него скопилась жидкость в перикардиальной полости, сдавливала сердце. Ему было очень плохо. Была очень критическая ситуация. Но еще раз хочу сказать о мастерстве и умении врачей города Шахтинска. На тот момент они сделали все, чтобы облегчить и улучшить состояние пациента. Потом, приехав туда по санавиации, мы провели операцию. Рабочий день начинается в 8 часов утра с обхода больных, затем прием пациентов. В день принимает до 5 человек. Данияр Темирович принимает пациентов от рождения и до 15 лет. Кардиохирург признался, хоть опыт с годами накопился, страх перед каждой операцией всегда есть. Всегда, даже сейчас, идя на операцию, мы испытываем определенный трепет, страх, беспокойство. Во время операции в операционной находится около 8 человек. Данияр признался, что самое сложное – это беседа с родителями своих маленьких пациентов. «Каждый раз несешь ответственность за жизнь своего пациента», – заявил кардиохирург. Данияр Абдрахманов посетил мастер-классы по детской кардиохирургии в России, Польше и Израиле. В данное время работает в Карагандинском областном центре кардиохирургии. Фариза Улбаева, Жара Гибаева, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский.